Окей, добро пожаловать на сегодняшнюю нашу встречу. С вами Виталий Дубинин, транслирует из Дубая. И сегодня мы поговорим, как вы можете зарабатывать ежедневный пассивный доход благодаря новейшим технологиям, блокчейнам, благодаря сотрудничеству с инновационными платформами, компаниями в сфере интернета третьего поколения, в сфере децентрализованного финансирования, за которым абсолютное будущее. Мы с вами разберем компанию Mavi Global, как эта платформа работает, платформа возможностей и образования для продуктов и услуг интернета третьего поколения с целью привести более чем 100 миллионов человек в мир криптовалют и в мир децентрализованного финансирования. Я занимаюсь криптовалютным бизнесом с 2017 года. Этот рынок сегодня находится 1 триллион долларов, общая капитализация рынка. И я верю, в следующие года криптовалютный мир будет задевать абсолютно все секторы сегодняшнего бизнеса, как рестораны, как гостиницы, отели и так далее. И этот переход из традиционного финансирования, как банковские системы, фонды и так далее, в мир децентрализованного финансирования, умных контрактов, где можно делать буквально вот эти вот денежные операции от человека к человеку без посредников различных. Это новый мир, и у нас есть новейшие технологии и новое применение этим технологиям, о котором я расскажу вам в следующие 20-30 минут, которые могут повлиять, изменить вашу жизнь в лучшую сторону и давать вам возможность зарабатывать ежедневно с этими новыми услугами. Поэтому следующие 30 минут будете максимально внимательны и сосредоточены на этой информации, потому что это может изменить вашу жизнь. В этом сегодняшней презентации это не инвестиционный, не финансовый совет. Криптоактивы и рынки NFT, они всегда сопряжены с высокими рисками, поэтому любые денежные операции, это чисто каждый человек принимает свои собственные финансовые решения. Mavi Global – это как крупные компании, только еще лучше. Всем знакомы, известны эти три крупнейшие мультимиллиардные компании. Это Uber, Airbnb и Amazon. Где бы вы ни находились, буквально в любой точке земного шара, можно через Uber заказать машину, транспорт довезет вас туда, куда надо. Но мало кто задумывался над тем фактом, что Uber не имеет ни одной машины и все равно зарабатывает миллиарды. Как это возможно? Это новая модель, которая изменила абсолютно то, как мы пользуемся транспортами, и, конечно же, забрала огромную долю от такси, бизнеса такси. Да? Также Airbnb можно на пару дней, на неделю, на две и так далее. Практически в любом городе Земли через Airbnb найти апартаменты, найти дома и заказать эти услуги. И, конечно же, Airbnb не владеет ни одним домом и зарабатывает миллиарды. Также Amazon. 99.9% товаров и услуг в Amazon не являются собственностью Amazon. Это просто платформа, которая соединяет покупателей и продавцов. Так же, как Amazon, Airbnb или Uber, которая не владеет кроватями, не владеет автомобилями, Mavi Global не продает никаких собственных продуктов. Компания занимается маркетингом продуктов и услуг других компаний, специализирующихся на блокчейн третьего поколения. Давайте посмотрим эволюцию почтовых услуг. Если вы живете в США, например, хотите послать в Китай какую-то посылку, раньше это занимало там неделя, очень медленно все доходило и дорого. Сегодня, конечно же, это быстро, бесплатно, благодаря электронной почте, занимает секунды и ничего не стоит. Также в мире денежных платежей, если вы хотите переслать международный денежный платеж, то это занимает через банковскую систему иногда несколько дней, это медленно и дорого, а благодаря криптовалютам это все занимает секунды и очень дешево. Это пару примеров, как новые технологии создают новые возможности делать все быстрее и лучше, и дешевее.
Некоторые факты о компании Mavi Global. В первый год доход более чем 100 миллионов долларов, более чем 250 тысяч пользователей по всему миру и более чем 32 партнерских офисов по всему миру. В списке самых быстрорастущих компаний на Business for Home. Это сайт, который специализируется на различных фактах о компании в индустрии сетевых, прямых продаж и сетевого маркетинга. Mavi Global занимает лидирующее второе место. Партнеры с компанией Ultron Foundation, они помогли Ultron войти в топ-10 блокчейнов планеты среди 200 блокчейнов, которые существуют сегодня, если посмотреть на defi-lama.com. Некоторая такая проблема, которая касается большинства компаний, занимающихся партнерским маркетингом, они являются собственниками продаваемого ими же продукта. И этот продукт в большинстве случаев там отсутствует опыт и знаний в области разработки, и за ними нет никаких реальных технологий, очень много пустых различных проектов, за которыми ничего не стоит, и это, конечно же, ведет всегда к неудаче. Какое есть решение? Mavi Global – это первая в истории партнерская компания, начавшая сотрудничество с блокчейном первого уровня. Что такое блокчейн первого уровня? Это блокчейн, на котором можно кодировать различные токены, различные проекты, так же, как на эфире или на Binance Smart Chain или на Solana, например, можно различные создавать проекты на Ultron. Mavi Global имеет партнерскую платформу и компенсационный план, и партнерство с компаниями Ultron, FlipMe и LotoDay, которые являются специалистами в сфере интернета третьего поколения, с опытом огромным в области разработки, это позволяет достигнуть максимального успеха. Как работает компания Mavi Global? Она партнерится с компаниями интернета третьего поколения, такие как Ultron, LotoDay или FlipMe. Они предоставляют продукты и услуги, в том числе и тем, которые являются частью компании Mavi Global. И мы с вами можем строить комьюнити, то есть сообщество, и получать комиссии, получать вознаграждение за то, что мы помогаем строить сообщество. Это самый главный ресурс любого проекта. Им нужно больше комьюнити, больше сообщества. И таким образом больше и больше разработки пойдут на блокчейне. Есть три ежедневных пассивных доходов NFT-продуктов, которые мы с вами можем использовать здесь, в этой экосистеме. У нас есть Ultron Staking Hub NFT, создатель благосостояния. Так мы называем этот продукт. Вы скоро поймете, почему. LotoDay имеет Gaming Hub NFT, ежедневное денежное поступление благодаря этому NFT-продукту, потому что вы партнер, можете быть партнером самой большой децентрализованной гейминговой платформе, которая включает глобальную лотерею и другие игры. В следующие несколько минут вы поймете, как это все работает. И FlipMe, компания FlipMe, Payment Hub, тоже ежедневное денежное поступление, партнеры с банковской экосистемой и возможности MasterCard и получать от всех процент от всех этих различных транзакций, которые существуют в этом колоссальном, огромном мире банкинга. Давайте посмотрим на Ultron Foundation. С 2020 года они строят проект Ultron. Первая транзакция в июне 2022 года. И с тех времен у нас более чем 113 тысяч уникальных пользователей. Разработка блокчейна Ультрона более чем 40 ведущих разработчиков занимались этой разработкой. Ранее они работали над такими проектами, как Polygon, Solana, Polkadot, Hyperledger, Binance Smart Chain и Phantom, если вы знакомы с этими проектами. Во главе технической части Алекс Топаль, он разговаривает на русском языке, имеет профессорскую степень в сфере блокчейнинга. И Шухрат Шалибеков тоже разговаривает на русском языке, является CEO проекта.
Нативная монета Ультрона, она может торговаться на различных биржах, как децентрализованных биржах, так и централизованных биржах. Ультрон Свап – это децентрализованная биржа, которую создали именно Ультрон Фаундейшн. Также PancakeSwap, Uniswap – это другие децентрализованные биржи. Также централизованные биржи, такие как Maxi, Probit Global и Bitmart, можно там торговать этой монетой. У Ultrona Staking Hub NFT есть 7 основных NFT, начиная со 100 USDT до 30 тысяч долларов. У нас есть за 100 долларов, за 300, за 500, за 1500, за 5000, за 12,5 и 30 тысяч долларов. Приобретая этот NFT, у вас есть возможность зарабатывать в течение 5 лет. Это 5-летний контракт на получение пассивного дохода, начиная от 0,2% ежедневных вознаграждений в монете ULX, то есть 6% в месяц. И в течение этих 5 лет получается больше на 311% у вас монет ULX. То есть, если вы покупаете на бирже сейчас, то те монеты не имеют вам никаких, не дают никаких вознаграждений. Покупая NFT Staking Hub, у вас будет 311% больше монет. Если взять такой простой пример, $1000, например, на эти NFT, при том, что монета ULX не меняется в цене, это $1000 превратится в $4000 в течение этих 5 лет. Если монета повысится в 2 раза, то это $1000 превратится в $8000. Если монета в 10 раз поднимется, то это $1000 превратится в $40000. Ну, если монета в 20 раз поднимется, то $1000 превратится в $80000. Staking Hub NFT – это ваш легкий доступ ко всей экосистеме Ультрона. Будет использоваться в различных приложений, которые, например, Метавселенная и других проектов, которые придут на блокчейн Ультрона. А также этот NFT дает вам возможность быть в сотрудничестве и партнером компании Mavi Global и зарабатывать как бизнес-партнер, о чем мы поговорим тоже очень скоро. Каждый блокчейн-проект, ему требуется от 3 до 5 лет, чтобы максимально вырасти и экосистему создать. Возьмем, например, блокчейн эфира. Он стартовал давно, где-то около 10 лет назад. Можно было приобрести за 30 центов монету эфир. И в течение этих лет экосистема выросла до более 850 различных протоколов и приложений. И, соответственно, цена выросла до $4878 на пике предыдущего бычьего рынка. И количество пользователей увеличилось до 400 миллионов пользователей. То есть $1000, которая проинвестирована в эфир и не тронута в течение этих первых 8 лет, превратилась бы в $16 миллионов. Возьмемте Binance. Binance создала монету BNB. Ее можно было купить за 9 центов. И в течение 5 лет она поднялась до $690. При том, что более чем 620 различных приложений и протоколов стали возможны в этой экосистеме Binance Smart Chain, и монета поднялась в 7665 раз, то есть $1000 могла бы превратиться в $7.6 миллионов. Взять Cardano, это тоже блокчейн первого уровня, он поднялся в 309 раз с 1 цента до $3.1. И он имеет поменьше приложений, аппликаций и вырос. И вы можете видеть, какая есть такая вот корреляция между количеством приложений, протоколов, количеством пользователей и то, как растет сама цена монеты. Поэтому Ультрон имеет огромный потенциал. Он стартовал от 1 цента в июне 2022 года. Первые торги появились на бирже в августе 2022 года. На сегодняшний день монета, она 18 центов примерно стоит. И я покупал ее еще за пару центов. Сейчас она уже 18 центов и имеет огромный потенциал вырасти еще в десятки раз, потому что есть всего 3 приложения. И 4-е приложение, аппликация, она выходит скоро. Это именно LotoDay. Давайте поговорим о LotoDay.
крупнейшая децентрализованная игровая платформа на планете, которая объединяет все страны, чтобы играть в лотереи, но не только лотереи, различные игры, которые появятся на LotoDay, включая казино, рулетка, покер, ставки, рынки прогнозирования, различные азартные игры и так далее. И мы с вами можем получать доходность и долю от всей прибыли LotoDay. Платформа уже полностью разработана и является сейчас в тестовом режиме на сайте test.lotoday.io. Вы можете зайти туда и уже протестировать на тестовом блокчейне Ультрона. Платформа полностью официально выйдет к концу этого года, 2023 года. Давайте посмотрим на эту индустрию лотерейную и как мы сможем с этого зарабатывать. Лотереи существуют практически в каждой стране. Есть огромный оборот, это 450 миллиардов долларов в год. Если взять США, это 100 миллиардов долларов в год. В Европе это 130 миллиардов долларов в год. В Азии это 200 миллиардов долларов в год. И в Южной Америке это 17 миллиардов долларов в год. И разный годовой оборот по странам. 10 миллиардов долларов в Японии, 10 миллиардов долларов в Китае. И в чем заключается проблема сегодняшней индустрии? Первая проблема, что если вы житель Америки и хотите сыграть в европейскую лотерею, вы не можете это сделать. Если же вы житель Азии, вы можете, хотите сыграть в европейскую лотерею, вы тоже этого не можете сделать. То есть каждый играет в своей стране. Какая вторая проблема? Это выплата огромного количества налогов для тех, которые, да, выиграют в лотерее. И есть различные неэффективности, связанные с тем, что штат нужно тоже оплачивать зарплаты и так далее в этих странах, этих лотерейных бизнесов. Какое есть решение? LotoDay. Это первая всемирная игровая платформа, которая будет объединять 190 стран мира, которые могут играть в одну игру. LotoDay будет доступна на 5 блокчейнах, включая Binance Smart Chain, Ether, Polygon, Tron и Ultron. Также доступно 3.6 миллиардов мобильных пользователей, которые могут скачать приложение как на App Store, так и на Google Play Store. И им нужно знать ничего про криптовалюты, про блокчейны. Они могут просто пользоваться, просто играть в приложении и там иметь возможность зарабатывать призы от миллиона долларов и выше тем, которые угадывают 6 цифр из 45. Каждый 27-й билет обычно в лотерее выигрывает, но здесь каждый 7-й билет в LotoDay будет что-то выигрывать, даже если более маленькие призы. Если в первом раунде не выиграл человек 1 миллион долларов приз, то следующий раунд будет больше, чем миллион долларов, потому что миллион долларов это минимальный, с каждым купленным билетом эти джекпот будет повышаться. Как мы можем с этого зарабатывать? Представьте себе такую гипотетическую ситуацию, которая не существует в мире, но, допустим, если бы существовала, можете представить такую вот интересную ситуацию. К вам приходит начальник всей лотереи Европы, приходит к вам с контрактом и говорит: вы нравитесь мне, я хочу с вами контракт заключить, что каждый раз, что кто-то в Европе покупает лотерейный билет, неважно где и в какой стране, вам будет капать маленький процент на ваш банковский счет. Конечно же, вы с удовольствием подписываете такой контракт, вас это все устраивает, и вы замечаете, как ваш банковский счет начинает расти с каждым днем, потому что миллионы билетов покупаются каждый день в Европе. Конечно же, такая ситуация, она невозможна и не существует в мире. Никто из лотерейного бизнеса вам не предлагает такое вот партнерство. Но что, если такая вот идея и даже в лучшем воплощении, да, может существовать? Это именно то, что LotoDay позволяет сейчас с этим уникальным продуктом бизнес-модели. То есть вы можете запартнериться с LotoDay не просто с Европой, а со всеми странами мира.
и получать ежедневную прибыль не просто себе на банковский счет, а на ваш криптокошелек, что это даже лучше, чем банковский счет, потому что у вас криптовалютный кошелек находится полностью в вашем владении. Давайте посмотрим пример доли дохода. 20%, целых 20% идет распределение доходов от Lotto Day, от каждого купленного билета и от каждой игры доходы приходят и распределяются между теми, кто владеет Gaming Hub NFT. Совладая Gaming Hub NFT, покупая его, вы становитесь совладельцем интеллектуальной собственности прав на все программное обеспечение Lotto Day. С каждой продажи билетов, точнее 20,43% выручки будет распределяться между владельцами Gaming Hub NFT пропорционально их общему количеству баллов в их аллокации. В примере 500 тысяч билетов в день по 3 доллара каждый билет, это 1,5 миллиона долларов, 20% от оборота это 300 тысяч долларов, ежедневное вознаграждение для всех холдеров NFT. Каждый билет идет 50% на призовой пул, 20% распределение доходов, 5% это реферальная система, то есть каждый человек, если вы привели его, он подключается к вам, и любые деньги, которые на платформу Lotto Day покупает, там 5% идет по реферальной системе вам. Также 5% идет на выкуп монеты UOLX на бирже Uniswap и сжигание монеты UOLX. Это партнерство между Lotto Day и Ultron Foundation. Она очень-очень выгодная также для всех холдеров монеты UOLX. 20% идет на операционные различные расходы и на маркетинг. А теперь посмотрим на сами Gaming Hub NFT. Чем более высокий Gaming Hub NFT вы приобретаете, тем больше максимальная выплата вам поступает. К примеру, на 1500 долларов у вас 5 иксов, 7500 долларов на Wealthy Tiger 5000 долларов, у вас 6 иксов, это 30 тысяч долларов. На Rising Phoenix 12,5 тысяч долларов NFT будет 7 иксов, это 87,5 тысяч долларов. И на 30 тысяч долларов Mighty Dragon, это дракон, 8 иксов, 240 тысяч долларов. Значит, по контракту этот NFT будет продолжать вам выплачивать в USDT вам на кошелек, покуда максимальная выплата произойдет. Ежедневная выплата в USDT будет зависеть непосредственно от доходности Lotto Day, то есть от количества проданных билетов, а также от доходности от других азартных игр в Lotto Day. Чем больше доходность в Lotto Day, тем больше будет выплаты в USDT в определенный день всем холдерам NFT. Также есть очень редкие серии Gaming Hub, их доступно не так много. Это Мистический Лев на 50 тысяч долларов, он дает 9 иксов, 450 тысяч USDT. И Magic Unicorn на 100 тысяч долларов дает 10 иксов, 1 миллион долларов USDT. Всего 75 миллионов долларов предпродажи, из них около 31,5 миллиона долларов уже было куплено, осталось еще в районе 43 миллионов долларов на предпродажу этих NFT. Можно посчитать ежедневное вознаграждение на сайте lottoday.io. К примеру, 30 тысяч долларов NFT при ситуации в 2 миллионов лотерейных билетов в день, то можно рассчитывать примерно на ежедневную выплату в 497 долларов и срок до максимальной выплаты 483 дня в этом случае. Можно посмотреть, какое количество билетов в день? 137,4 миллиона в день билетов в Америке, 13,6 миллионов билетов в Германии, 9,9 миллионов в Японии, 101,4 миллионов билетов ежедневно в Китае, поэтому несколько миллионов лотерейных билетов в день это не так сложно достичь. И, конечно же, есть потенциал на гораздо большее количество миллионов билетов в продаже в день по всему миру, что в соответствии будет увеличивать ежедневный доход. Важно отметить, что эти NFT
Когда они закончат полностью выплату максимальную, то у вас будет возможность выкупить вашу долю в общем пуле, приобрести этот же NFT снова, потому что вы уже в прибыли, это вам не составит труда, и заработать снова эти же иксы на тех же условиях. И причем очень вероятно то, что срок максимальной выплаты будет короче во второй раунд, потому что платформа будет более имеет больше клиентов. Да? Следующий продукт, который выходит очень скоро и тоже является партнером как Ultron Foundation, так и Mavi Global, это компания Flipme. Компания Flipme – это целая экосистема, которая соединяет банковский счет и криптокошелек. Тут будет доступна и виртуальная карта, и физическая карта, которая по всему миру будет высылаться. Это возможность зарабатывать от всех транзакций, от обмена фиатных денег на криптоденьги и так далее. Тут и возможность зарабатывать от различных комиссий, которые будут при сделках и так далее, при загрузке монет, при покупке. И эти карточки будут давать особые условия, какие-то возвраты денег на покупки, когда вы пользуетесь ими. И самое главное, вы можете стать совладельцем этого платежного программного обеспечения Flipme и зарабатывать ежедневно и навсегда, являясь частью обладателя этим NFT. Это замечательное применение технологии NFT, которая позволяет NFT-владельцам зарабатывать от доходности. Больше деталей о том, как это все будет происходить в Flipme непосредственно, доходность в Flipme и больше деталей поступят буквально уже, я думаю, на следующей неделе. Mavi Global строит ведущую мировую экосистему, где те люди, которые заходят более ранее в систему, они, конечно, больше всего получат прибыли, вознаграждений и преимуществ от этой экосистемы. В основании экосистемы у нас стоит блокчейн Ultron. Блокчейн Ultron имеет, конечно же, свой основной продукт. Это Staking Hub NFT, называемый план построения пенсионного благосостояния, потому что это долгосрочный продукт. И LotoDay и Flipme дают ежедневные денежные выплаты. Первые лотерейные билеты будут уже куплены, начиная с 30 октября. То есть 30 октября все владельцы NFT начнут получать ежедневные выплаты в USDT. Если Staking Hub NFT он платит монете EOLX, то LotoDay и Flipme будут выплачивать все платежи именно в USDT, которая равняется одному доллару всегда. Большинство людей, они пропустили все доходности от таких блокчейнов первого поколения. Большинство людей пропустило BNB от 9 центов до 690 долларов, они пропустили Solana от 20 центов до 259 долларов, пропустили Ether от 30 центов до 4878 долларов. И вы можете не пропустить Ultron. Ultron начался от 1 цента, сейчас он 18 центов. Конечно же, имеет потенциал вырасти гораздо, гораздо выше, потому что мы находимся в начале самом пути. Всего 113 тысяч пользователей уникальных блокчейна Ultron. И есть тут еще расти и расти, и расти с новыми приложениями и с новыми пользователями. Как вы можете взаимодействовать с компанией Mavi Global? Вы можете быть клиентом, получать пассивный доход, купить продукт Ultron, это Staking Hub, купить продукт LotoDay, это Gaming Hub, и купить продукт NFT Flipme, это Payment Hub, получать пассивный доход. Также вы можете зарабатывать активный доход плюс пассивный доход, становясь бизнес-партнером. Для того, чтобы стать бизнес-партнером и зарабатывать различные бонусы с компанией Mavi Global, вам нужно иметь подписку на бэк-офис на $49 за год. Это $49 за один год. И вы будете в бизнесе. Какой потенциальный заработок с партнерством компании Mavi Global составляет до $1 миллиона в неделю?
То есть здесь можно зарабатывать около 4 миллионов долларов в месяц, если вы выполняете условия, о которых мы поговорим в следующие минуты. То есть здесь есть большой потенциал для тех, которые готовы активно работать, которые хотят помочь создать комьюнити, которые хотят помочь обучать людей, помогать людям. И у нас с вами, вам очень повезло, есть партнеры здесь, которые имеют колоссальный опыт ведения такого бизнеса. У нас с вами есть Юра Каспаров, я думаю, он присутствует здесь сегодня, более 32 года опыта в сетевом бизнесе. Он помогает всем, кто ему звонит. Он построил 3 компании с более миллиардом долларов оборотом, и поэтому вы можете смело обращаться к Юре, он помогает всем и с целью создать большое-большое количество очень успешных и прибыльных людей в нашей команде. Значит, давайте сейчас в течение следующих 5 минут я вам покажу, как вы можете зарабатывать с Mavi Global, как вы можете достичь таких результатов, пусть, скажем, не миллион долларов в неделю. Это я понимаю, что далеко не каждый сможет такого достичь. Но что, если вы смогли зарабатывать по 10 тысяч долларов в месяц, или по 100 тысяч долларов в месяц, или даже 5 тысяч долларов в месяц? Было бы это очень-очень классно. Можете написать в чате, кто бы хотел зарабатывать такие серьезные деньги с компании. Может быть, это 20 тысяч долларов в месяц, 50 тысяч долларов в месяц, может быть, 100 тысяч долларов в месяц. Напишите в чат. И я хочу посмотреть, кто из вас заинтересован. Конечно, вы не обязаны это делать. Это абсолютно никто не обязывает вас зарабатывать большие деньги. Это все по желанию, да? Дарья пишет, все хотят, думаю. И тут хочу очень такой вот добавить от себя, да, есть два типа желаний, да, есть люди, которые хотят, желают, желание есть у всех, но есть такие люди, которые называются на английском committed, то есть они не просто хотят, а они, Юра, наверное, знает слово подходящее, как committed на русском языке, которые не просто хотят, они готовы сделать многое и все, что угодно для того, чтобы добиться этой цели и никогда не останавливаться, пока не добьются этой цели. Я вижу много людей, которые очень заинтересованы, которые очень-очень хотят, и поэтому давайте уделим еще 10 минут, в течение которых я расскажу вам, как работает план вознаграждений с компанией Mavi Global. Вот, и после этого мы уже с вами перейдем на розыгрыш. Окей? Значит, можете построить с Mavi Global свой цифровой бизнес. 50% комиссионные Mavi Global выплачивает всем партнерам Mavi Global. Каждый купленный NFT 50% идет той компании, например, Ультрону или Flipme или Lotoday. Остальные 50% идут, распределяются партнерам Mavi Global. Моментальные выплаты в USDT. Каждый NFT можно купить его благодаря USDT на блокчейне Binance Smart Chain, на блокчейн Трона и также на блокчейн Ультрона. Также вывод средств ваших прибылей можно делать в USDT на блокчейне Ультрона, на блокчейн Binance Smart Chain и на блокчейн Трона. Есть 5 различных бонусов, которые вы можете получать. Это прямой бонус, бонус за быстрый старт, бонус матчинговый, командный бонус и награды за ранг. От Ультрона вы уже знаете, у нас есть Staking Hub NFT. Это контракт на 5 лет, который дает вам возможность зарабатывать 311% дополнительно в ULX. У нас есть от 100 долларов до 30 тысяч долларов NFT, и каждый USDT, один USDT равняется одному бизнес-объему, один BV.
От Lotto Day у нас Gaming Hub NFT. Тоже 1 USDT равняется 1 бизнес-объем. И вы уже знаете, чтобы быть партнером, вам нужна бэк-офис подписка на 12 месяцев на $49. И вы в бизнесе можете получать все бонусы и накопления всех бизнес-объемов. Первый бонус – это бонус прямой. Прямой бонус 7% выплачивается вам, когда ваш лично зарегистрированный партнер по вашей ссылке, он покупает NFT, вы зарабатываете 7% от того NFT, который этот партнер приобрел. Следующий бонус – это бонус за быстрый старт. То есть, если вы спонсируете 5 человек, которые купят такой же NFT, как и у вас, то вы получите назад 50% от стоимости вашего NFT. В течение 30 дней вы это делаете и получаете. Следующий бонус – это командный бонус. Это самый крупный бонус здесь. Это 10%, которые выплачиваются за слабую ногу. Что это означает? Каждый ваш клиент, либо же бизнес-партнер, он попадает либо в вашу левую команду, либо в правую команду. Эта левая команда начинает делать продажи и накапливаться там определенный бизнес-оборот. Какая-то из этих команд, левая либо правая, начинает быть больше объема, а какая-то меньше объема, называем это слабая нога. Значит, вот эта вот команда с меньшим оборотом достигает потихоньку или не потихоньку, сильную команду, и по мере этого происхождения 10% выплачивается вам, неважно, кто этот человек находится в этой команде. То есть вы можете лично пригласить, допустим, 2 человека в левую ногу и 3 человека в правую ногу, к примеру, и из этих 5 ваших приглашенных людей может вырасти команда в тысячи и тысячи человек, и вы можете зарабатывать от всех этих людей, которые покупают NFT. В этом примере 10% от $8000 получается $8000 от 80, да, 10%. Следующий бонус – это бонус за ранги. Окей? По мере вашего карьерного роста здесь вы начинаете как квалифицированный партнер, и вы начинаете достигать следующих и следующих рангов. По мере первого такого денежного ранга, это сапфир, вы получаете $500. Чтобы стать сапфиром, у вас $25000 в левой ноге и $25000 в правой ноге. Вам необходимо иметь как минимум 3 прямых партнера для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. 3 – это минимум. Следующее – это руби, это $1000, эмеральд – это $1500, даймонд – это $3000. Затем идет Blue Diamond, Green Diamond, Black Diamond – это 10, 15, $30. Затем идет 90, 150, 450, 750, вы можете видеть на таблице. И последний ранг – это $10 миллионов. Также у вас появляется Diamond, возможность зарабатывать матчинговый бонус. Он выплачивается до 7 поколений вашего Unilevel. Что это означает? Каждый ваш прямой партнер, он открывает свою команду. И вы можете зарабатывать до 7 уровня от этой команды. По мере того, как эти люди зарабатывают командный бонус, вы зарабатываете 5% от этого. То есть, если ваш партнер заработал $100 командного бонуса, вы получаете от этого $5. Окей? А с самого начала ваш бинарный лимит, командный бонус составляет $5000, и по мере вашего продвижения по карьерной лестнице вы можете увеличить это до более высоких размеров по бинарному лимиту до $1 миллиона в неделю на Legendary Gold, на самый высокий ранг. Также есть поддержка выкупа ULX. Каждое вознаграждение, каждый бонус идет в размере 70-30, то есть 70% идет на ваш денежный счет, вывод средств USDT, и 30% идет на ваш бонусный стейкинг хаб NFT. То есть 30% от ваших вознаграждений покупается монета ULX на Uniswap и добавляется в ваш бонусный NFT на 5 лет, идет там вознаграждение. Эти бонусные NFT монеты будут вам доступны в применении различными способами. Это как раз то, над чем сейчас работает в том числе компания. И я верю, что эти 30% будут вам более прибыльны, чем остальные 70%. Чтобы вам помочь немножко визуализировать бонусы, бриллиант получает $3000, это как MacBook или последний iPhone. Blue Diamond – это $10000, это можно приобрести Rolex, либо же отдых мечты.
Green Diamond 15 тысяч долларов автомобиль премиум класса или бизнес класс. Black Diamond 30 тысяч долларов можно приобрести Harley Davidson или Mercedes C класса. Crown Diamond 90 тысяч долларов можно приобрести Mercedes AMG либо же Porsche 911. Double Crown Diamond 150 тысяч долларов – это современные апартаменты. Ambassador – тут уже поприличный, 450 тысяч долларов приз. Можно купить сразу же Lamborghini либо Ferrari. Royal Ambassador 750 тысяч – это роскошные апартаменты на берегу моря. Gold – 1,5 миллиона долларов – это можно уже думать о роскошной яхте либо же роскошной вилле. И Legendary Gold 10 миллионов долларов. Можно говорить о мега-яхте, либо же Bugatti, либо мега-особняк, как примеры применения этих вознаграждений. Вы можете начать с более высокой стоимости NFT и получать более высокий недельный лимит. То есть, если вы начинаете с 5000 долларов NFT, то у вас с самого первого дня недельный лимит будет 10 тысяч долларов. Если вы начинаете с 12,5 тысяч долларов NFT, то ваш недельный лимит с первого же дня, вне зависимости от ранга, составляет 20 тысяч долларов. Окей? И можно максимально до 30 тысяч долларов недельный лимит иметь. Global Star Club. Возможности безграничны.